Друзья, мы сегодня приехали на блошиный рынок в Воронеже. Вот так это все выглядит, прям на полу все навалено. Давайте погуляем, посмотрим, что сколько стоит и что можно купить. Денег у нас, кстати, с собой немного, рублей 800 где-то. Ну, наличка, вряд ли тут кто-то карточки принимает. Поэтому будем рассчитывать на эту сумму. Что-то очень много тут книг и тряпок. Сколько бокальчики у вас вот такие стоят? Ну что, взял 30 рублей. 30 рублей. Ага. А денежки советские? Ну, рубль. 15 рублей. Советские деньги продаются по 15 рублей за рубль. Такой вот курс. А это у вас флаг, что ли, или что это такое? Да, вот это. Это покрывало. А, просто покрывало? Как будто флаг советский. Нет, это покрывало. Смотрите, куча советских игрушек. У меня у друга был вот такой вот гном. Отвечаю, блин, классно. Такая ностальгия. Ух, прям, вот тут прям Советский Союз, друзья, смотрите. Мне кажется, у всех дома висели такие чеканные штуки, репродукции. Целая коллекция советских запонок. Тоже классные вещи. Шахматы и шашки. Не, на самом деле очень крутой рынок. В Воронеже у нас в городе не так все здорово. Смотрите, детская швейная машинка. Наверное, еще и работает, судя по тому, что на ней есть нитка. Вот эти вот большие ГДРовские солдатики. У меня были точно такие, что какие-то аборигены и немцы. И были коричневого цвета. Но тоже ностальгия по детству. Смотрите, друзья, прикольно. Крокодил со Сталином, который сделан из черепов. 89-й год. Надо узнать, сколько стоит и взять себе. Круто. И дольше века длится тень. Очуметь. На самом деле я вот хожу, смотрю и не вижу ни одного продавца. То есть я все трогаю, рассматриваю, вам показываю, а мне никто не спрашивает ничего. Как-то даже немножко удивительно. Посудка. Есть места, где бабушки сидят, вещи свои продают, а есть вот типа коллекционеры. Тут товары поинтереснее, но тут и дороже гораздо. Так, тут такой набор инструмента. И смотрите, какой крутой чайник, правда, расколотый. Ну, с олимпийской мишкой. Тут такая общая атмосфера, знаете, вот 90-е какая-то, разруха. Музыка слушать соответственно. Да? И прям вот сразу машина времени включилась. Походим, музыка играет. Класс. Очень атмосферное место. Мне прям, даже если ничего не куплю, все равно вот буду сюда каждый раз приезжать. И еще немножко игрушек. Нет, это что-то уже современное. Это... А, вот. Вот такое у меня было в детстве. Класс. У меня такое в детстве было. Прям вообще игрушки из детства. Как будто, знаете, вот в моей песочнице. Все это выкопали и сюда притащили солдатики. Класс. Тут уже прям похоже на археологию, смотрите. Подковы, ножик копанный явно. Замочки всякие. Черная археология. Смотрите, какие. Реально. А, штык 2. Ну, это на какой-то бутафоре. Даже с номером. Как думаете, считается это холодным оружием или нет? А это от чего? Нет, АК. А.
А сколько стоит? По 4 рубля. Недешево. А это вот что? Это 2500 СКС. СКС. А вот это? А это М16. М16. А что по-русски штык написано? Это, ну, типа... Под М16. А, подделка, я понял. А это вот что такое вообще? Это был, когда покидух стоит. А, покидух? А, это, то есть он складывался вот сюда, получается. А что ты хочешь сказать, что это... Прикольно. Прикольно. Слушайте, друзья, номерной штык-нож от автомата Калашникова. Как думаете, считается холодным оружием? Железобетонно считается. А, можно купить прям холодняк. Хорошее место, мне нравится. Так, проверим еще один. А сколько игрушки стоят елочные? Человечки по 500. Человечки по 500. А эти? По 200. Ага. Часы 300 и 500. Ага. И вот эти по 200. И вот эти по 200. Вот эти? Да. Ага, по 200. По 500 человечки все. А коробки спичные? По 30. 30 рублей. А их тоже собирает, да, кто-то? Конечно. Прикольно. Они со спичками. Со спичками, серьезно? Конечно, советские спички. 68-й год, пожалуй. Вот это да. А, ну то есть они чирканные такие, прям они новые-новые совсем. Прикольно. Букварь. Какой год? 91-й. Ну, это я еще мог по такому учиться. Такой, да? Иди смотри это. Прикольно. А вот эти бумажные почем игрушки? Тоже по 50? Это пенопласт, да, какой-то? Да, вон они, видишь, кому-то адресованы. А сколько открыточки стоят? По 5 рублей? Можно купить пару открыточек. Смотрите, советские денежки. Вот любая купюра по 30 рублей. Здесь курс другой. Там мы встречали по 15. Вот такого ни разу не видел, смотрите. Куча лекарств каких-то. Я люблю ножи и люблю необычные ножи. И вы посмотрите, какое чудесное. А сколько этот монстр стоит? Такой будет стоить 1000 рублей. Очуметь вообще. 1000 рублей. Дешево очень. Да нет. Прям завал всего на свете. Не знаю, мне кажется, тут возле одного вот этого лотка можно стоять весь день. А таких лотков тут... сотни. Все на свете. Вы мне сейчас звонили? Вот я нашел свою любовь. Советские ножички. Сейчас узнаем, сколько стоит. А сколько ножички стоит? Разные. Ну, к примеру, такой. Такой 400 рублей. А самый дешевый какой ножик вот из советских, если? Самый дешевый 300 рублей. Это где? Вот вы взяли. А вот этот? Поломанные, да, они? Горькие. Это 700 рублей. 700, ничего себе. Ага. Для того, что он редкий. Понятно. 1500 он в интернете. Посмотрите, пройдите. Так, снова советские ножики. Бери за 100. А сколько вот такая щучка стоит? Щучка 700. 700. Да, конечно, ага. Многовато. Сколько? Так, тут прям снова склад советских игрушек. О, какая милая гармошка. Пупочки, пупочки. Это что? А, это от швейной машинки. Друзья, можно поставить на паузу и сейчас найти в этой куче пупсов того самого, который был у вас или у вашей сестры. Так, я наконец-то что-то купил. Это журнал «Крокодил» за 87-й год. Сделан у него отдельный обзорчик. Вот, ищем дальше. Самое прикольное в таких местах – это вот ходить и находить прямо свои-свои игрушки. Вот она. Вот у меня была точно такая же машина. А сколько машинка стоит? 150. 150. Ну, давай.
города. Надо взять. Смотрите, диафильм, вот этот Москва 80 стоит 1300. А вот такие часы сколько стоят? 1500. С кукушкой. Да я понял. Да у меня такие в детстве просто были. Статуэтки. 400. Полторы тысячи. Дороговато. Ну, по здешним меркам дороговато. Так, у меня еще одна находочка. Покупочка. 200 рублей стоил. Вот такой вот сапожный молоток. Я его искал. Ну, где-то уже полгода. Кто не знает, я шью по коже. И мне очень нужен был такой. Вот этот прям крутой антикварный. Вот этот я прям рад. Смотрите, какой необычный прибор. Это советский шагомер Заря. Сейчас-то все пользуются вот такими. Тогда вот механика. Но дороговато, тысячи, конечно. Такие, по 200 рублей такие все. Я бы взял. Но дороговато. Так, еще одна моя покупочка. Крокодил со Сталином, который составлен из черепов. Мне прям заинтриговал этот журнал. Надо будет почитать, да и вам рассказать. Вот такой вот классный в Воронеже блошиный рынок. Друзья, если когда-нибудь будете в этом городе, рынок Юго-Запада, между рынком и БСМП, больницей скорой помощи, находится этот рынок. Работает он по выходным. Приезжайте, прям всем рекомендую. Миклуха Макфай, подписывайтесь. Пока-пока.